эпиграфом к этому произведению мне хотелось бы использовать цитату из романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. «Любовью все покупается, все спасается. Любовь – это такое сокровище, на которое весь мир купить можешь. И не только свои, но и чужие грехи выкупишь». Сергей Васильевич Рахманинов является для меня самым любимым композитором. Мне кажется, никто, как он, смог запечатлеть в музыке не последовательно, а одновременно жгучую любовь и одухотворенное, упоительное, почти сладостное страдание. И мне кажется, в его случае никакая другая любовь, кроме любви к России, не проявлялась так много раз, так глубоко в его музыкальных произведениях.